меня есть идея, как поднять просмотры. Так. Нам нужно две блондинки, велосипедный звонок и два десятка странных вопросов. Воздух наэлектризован. Вселенная застыла в ожидании. Битва, которую не видела эта студия. Битва, которую не видел я. Битва, которую не видел никто. С минуты на минуту состоится сражение блондинок. В интеллектуальном плане. А правила сейчас расскажет моя соведущая Елизавета Каковкина. Здравствуйте, девушки. Привет. Привет. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Маша, мне 21. Мой знак зодиака Лев. Я учусь в ЭГУ журфак. Меня зовут Арина, мне 18. По знаку зодиака Рак, учусь в ЭГУ журфак. Так, сегодня мы с вами проведем интеллектуальный баттл. Правила его предельно просты. Всего у вас будет 19 вопросов. Ваша задача нажать быстрее соперника на звонок и дать ответ. Однако, если он будет неверный, право ответа переходит другому. Все понятно? Можно повторить? Нет. Понятно. Давай. Ты уже? Да. Ну, после нажатия сразу отвечать. Ну да. Да. Вопрос первый. Сколько будет 72 разделить на 6? 12. Правильно. Кто создал воздушный тормоз Вестингауза? Вестингауза? А сколько заповедей в Библии? 7. Нет. 12? Нет. 8? Нет. 5. Можно? Надо понимать. Жми его! 5. Нет. 6. Нет. 10. Да. Когда великому ученому Михаилу Ломоносову торжественно вручили орден Ленина? Развлекайся. Я не знаю. Не знаю. Орден Ленина Ломоносову. Еще раз, можно вопрос? Когда великому ученому Михаилу Ломоносову торжественно вручили орден Ленина? После смерти? Нет, стоп! Почти. Это было ближе, чем все, что дальше. Я сейчас очень, наверное, глупо отвечу. Они в разное время жили, поэтому... Да, никогда. Блин. На каком языке говорят в Бразилии? На Бразилии. Ага, португальский. Без четверти 3 – это сколько времени? Считай. Минуты нужно назвать. Может, мне рот черным потом. Блин, серьезно. Сейчас. Давай, 45 минут. На каком языке говорят в Португалии? Португальский. Какой русский город захватил барон фон Мюнхгаузен во время Первой мировой войны? Я не буду на его вопросы отвечать. Если я не знаю. Еще раз, можно? Какой русский город захватил барон фон Мюнхгаузен во время Первой мировой войны? Никакой. Он из мультика. Ну да, из произведения. На каком полюсе находится Антарктида? Южный. Угу. 17 плюс 54. Давай, математик. 71. Кто написал «Горе от ума»? Я все забыла. Грибоеды? А полная. Ты чё? Нет. Топи её. Ну ладно, засчитываем. Что Маяковский доставал из широких штанин? Вопросы с подвохом, мы помним. Еще раз можно? Что Маяковский доставал из широких штанин? У нас тоже есть. Так. То, что он доставал из штанин, у вас тоже есть. Это документ. Это уже ответ? Документ. Паспорт. Какой? Паспорт? Да. Чем оканчивается день и ночь? Мягкий знак. Да. В каком городе располагается Коломенский завод порошковой металлургии? Вопрос с подвохом, не запомнил. Еще раз тогда. В каком городе располагается Коломенский завод порошковой металлургии? Чего там? Я не все.
Арина Ломинск. Еще. Да ты близка. Окончание измени. Еще раз можно вопрос? В каком городе располагается Коломенский завод порошковой металлургии? Давайте по буквам. Кал. Все. Неплохо. Спасибо. Назовите первый элемент таблицы Менделеева. Водород. Да. Какое имя при рождении дали Степану Разину? Степан. Блин. В каком городе спрятались мужское имя «Страна света»? Света. В каком городе спрятались мужское имя и «Страна света»? А, я думаю, света, да. Тут нужно соединить имя и какую-то сторону света, и какое-то имя. Подумайте. Давайте со снов. Какие стороны света есть на Земле? Север, юг, запад, восток. Ага. Вот теперь думай. Еще раз можешь вопрос, пожалуйста? Там имя надо. Я вспоминаю, какие города с именем. В каком городе спрятались мужское имя и сторона света? Мужские имена тупо называют тыквой. Иван Восточный. Иван Поддубный. Ну ты тоже подумай. Ты так вздохнула, как будто бы тебя прям заставляют думать. Ты такая, типа... Подсказка, Восток. Это еще, по-моему, рэпер такой был, вот это начало было. Да. А, ну ты шаришь, я не за рэперов. Если я младше тебя на чуть-чуть, не значит, что я шарю. Если его имя поставить к востоку, то получится город. Не? Владивосток. Ой, утекнулась. 1586, о чем вам говорит это число? Это явно год. Раз мы в блокноте, то это, скорее всего, что-то с Воронежа. Да, в принципе. Год основания Воронежа? Да. В парке 8 скамеек, 3 покрасили. Сколько скамеек стало в парке? 8. 3 покрашенных, 5 нет. Ну, все? Вот и все. Мария заработала 14 баллов в этом интеллектуальном классе. Спасибо, спасибо. Арина заработала 4 балла. Потому что натуральная блондинка. Она просто младше меня, все нормально.